Дьявол тебя искушает, у него работа такая. Но в конце концов ты поймешь, кто ты и что ты, и зачем ты живешь. Мы призываем тебя стать больше, чем ты есть. Стать человеком оружия. Быть суперчеловеком — это не просто быть сильнее, подготовленнее, быстрее. Это значит испытать свои пределы, а затем расширить их. Это уметь изумляться и изумлять, вдохновлять и быть вдохновленным. Существует ли супергерой? Решать тебе. В красном 12, в синем 12 в феврале. Ручки не раскидывайте. Вы на одном месте стоите, как заведенные. Вы что, деревья, которые корни дали, не можете двигаться? Будьте активными бойцами. Красавчики! Молодец! Красавчик! Дашенька, держи, держи. Ты пока держишь, тяжелую подушку вышки сильнее становится. В одну точечку. Давай, в одну точечку, как я показывал. Раз. И второй раз туда же. Слишком большая пауза. Это же двоечка. Она должна быть. Ту-дун, быстро. И второй раз. Ту-дун. Молодец. Следующий. Раз, два. Молодец. Следующий. Молодец. Следующий. Молодец. Отлично. Вот сейчас вы должны показать свою коварность. Попадаешь по боевым точкам, так чтобы не проиграть в поединке. Спину не поворачивайся к нему. Молодец. Молодец. Ты как заведенный, голенью переходи, голенью наноси удар. Голенью. Сбоку вот так вот, да, голенью. Чуть выше колена, целься прям, прицельная работа. Молодец. Сейчас ты тоже выясняешь, кто из вас быстрее, ты или он. Понимаешь? Каждое упражнение ты выясняешь, кто быстрее. Хаджиме. Молодец. Каждый раз выкладывайся на каждом упражнении. Поглядывай на своего соперника. Почаще, как он делает и как ты делаешь. Ручки опускает, если он бей ему частенько так по лицу, чтобы он учился. Попадать надо голенью. Молодец, красавчик, красавчик, красавчик. Молодец, красавчик. Высоковато, чуть пониже. Молодец. Молодец, молодец. Если он долго становится, просто бей его и все. Он будет вынужден поставить туда подушку. Так ты поможешь и ему, и себе. Вот он, воин растет у нас тоже. Красавчик. Молодец. Не сдашься, достигнешь хороших очень результатов. Егорка, коварней. Прямой печень. Меняй как бы направление. Если просто прямые, он будет защищаться как бы с небольшой степенью как бы такого твоей фантазии. Включи фантазию. Бицепс как бы то же самое пробивай. Бицепс можно, плечо можно. Много необходимо всем. И старайся попадать по точкам ему четко. Не тяни так, быстрее чуть-чуть. Связки, прямой лоу-кик, прямой лоу-кик. Лоу-кик прямой почаще. Лоу-кик печень прямой. Ну, различные варианты, рук и ног.
Так, Айсель, давай-ка удиви. А ты должна каждый из удар парировать научиться. Видишь, она как коварная. А где это у нас показывали? Пряталась где-то на видео или смотрела коварно. Он, кстати, не всегда работает. Он такой короткий, его, но он хороший удар. Майгерь, отводи в сторону. Ручкой. Чум. Ямы. Ну, почаще бей. Паузы слишком длинные. Молодец. Прижми к животу, подушку, прижми. Не надо так отодвигать ее. Не отходи назад, стойки, оставайся стоять. У него задача бить Майгери, твоя задача остаться в этой стойке. Научись принимать удары. Там-то ты их блокировать будешь в поединке. Не ломайся, не гнись. Молодец. 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 Вот, молодец, удивлять меня начал. Дашенька, в стоечке стань и стоечки бьи. А ты из куда дать и бьешь? Хаджиме. Хаиш, молодец. Правой ножкой. Хаиш, молодец. На выдохе. Запомнили, да? То есть вы там стоите, не надо бегать к ним. Пусть они подходят. Назад отойди. То есть упражнение будет называться «Дожить до конца тренировки». По 10 секунд. Сначала первая пара побилась, перешла назад. Вторая пара побилась, перешла назад. Третья пара побилась, перешла назад. Когда до тебя снова дойдет, ты станешь сюда, чтобы для она ответила тебе за всю ту тяжесть жизни и несправедливость, которая сейчас от тебя, от Кирилла, от Максима на нее свалится как бы. Макота? То есть надо, чтобы каждый из вас побился вот такими, с тремя новыми соперниками. А потом закончится все тогда, когда он тоже станет. Максим здесь у нас постоит. Макота? Да. По 10 секунд. Я не могу сам за этим следить. Я поставлю камеру, она будет снимать, чтобы мне потом проанализировать, подсказать вам на следующей тренировке, над чем работать. То есть сами меняемся. Здесь поменялись, здесь тоже меняйтесь. Чтобы в момент поединка... Не знаю. Ты сказал мне, что хочешь быть кем-то, и я научу тебя, как быть настоящим воином.